дорогие друзья, Миас Лайф находится в самом сердце пиццерии «Додо Пицца». Эти ребята всего лишь полгода работают в городе, но уже знакомы, уже любимы нашими горожанами. И сейчас мы находимся здесь для того, чтобы показать, как будут готовить пиццу с новым вкусом. Что это будет, узнаем прямо сейчас. Этой неделе мы будем тестировать новую острую пиццу для тех, кто любит погорячей. Пицца сальса. В ее состав входит уникальный сыр моцарелла, испанские колбаски чоризо, очень острые, грибы-шампиньоны. И после печи мы польем ее прекраснейшим острым соусом сальса, просто обжигающим. Пицца получится по-настоящему горячей. Попробуйте. Эта пицца у нас стартует по всей стране 13 августа. Но если вы хотите попробовать ее до этого, совершенно бесплатно, вы должны выслать ВКонтакте сообщение с уникальным промокодом 1226. И мы вышлем вам ответный промокод на бесплатную пиццу. Этот промокод будет действовать при минимальном заказе 455 рублей. Сегодня опять выдался сложный день. Мы ели пиццу. Какая трудная у нас работа. Что ж сказать по этому поводу? Пицца была вкусная. Пицца была сальса. По мне, самое что ни на есть лучшее, потому что в меру острая, в меру сладенькая какая-то. Грибочки прям. И тесто Додо Пицца бесподобно. Когда-нибудь наша работа станет тяжелее. Но не сегодня. И спасибо, спасибо за еду. Было очень вкусно. Спасибо за грибы. Я очень люблю острое, это было очень вкусно. Очень вкусно. Прям очень вкусно. Спасибо.